Спасибо большое, уважаемый Thank you Владимир very much, Владимирович, уважаемые President главы Putin, делегации, коллеги. Heads of delegates, прежде всего, dear colleagues, хотел бы поблагодарить за приглашение all, принять like участие на встрече в формате Outreach BRICS Plus и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимство и организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне. Тема сегодняшней встречи – БРИКС и глобальный юг, совместное строительство лучшего мира, и в этот контекст как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Республики Армения транспортно-коммуникационный проект «Перекресток мира». Суть проекта заключается в следующем. Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, кабельных трасс. Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление севернее. This is the north-south маршрут между Каспийскими и Мраморными морями по территориям Азербайджанской республики, Республики Армения и Турции. Это направление восток-запад. Этот маршрут, естественно, можно использовать еще и для транспортно-коммуникационной связи между Азербайджанской республикой и Нахичеванской автономной республикой. С учетом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обоих стран. Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения в состоянии обеспечить и полноценно обеспечить безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории. Это наше желание, наше обязательство, и мы это гарантируем и будем гарантировать всегда. Все утверждения о том, что Армения в какой-либо форме якобы согласилась, что какая-либо третья страна будет обеспечивать безопасность коммуникаций на ее суверенной территории или в каком-либо документе предусмотрено такое, не соответствует действительности. Уважаемые главы и члены делегации, вчера парламент Республики Армения ратифицировал положение совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. После вступления в силу указанного документа в обоих стран, мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алматинской декларации 1991 года. Хотел бы особо подчеркнуть, между прочим, что решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения и сняло все доводы по поводу якобы наличие в Конституции Армении предполагаемых территориальных претензий к соседним странам. Констатируем, что такие интерпретации необоснованы и нелегитимны. Уважаемые коллеги, и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявили, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%. Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем.
по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силы, невмешательства во внутренние дела друг друга, установление дипломатических отношений и создание двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором. Наша оценка такова. Уже на сегодняшний день согласованным в содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор. Спасибо за внимание. Thank you for your attention.